Привет всем! В этом видео обзор вот такой куртки штормовой компании Mermot. Куртка называется Bastion Component Jacket. Вот так куртка выглядит спереди, сбоку, со спины, с правой стороны и опять спереди. Имеет куртка вот такой капюшончик, вот, у которого есть две резиновые утяжки вот здесь по лицу идут, и одна утяжка на сзади, она утягивает вот здесь капюшон, чтобы он не слетал с головы. Также капюшон пристегивается на змейке и закрывается, края закрываются его липучкой, вот сюда вот в эти карманчики на липучку, и полностью можно отстегнуть его от куртки змейкой. На рукавах у куртки имеются вот утяжки такие на липучке, для того чтобы ветер не задувал. Вот можно хорошо утянуть вот куртку. На груди у куртки карман, который проклеенный, защищенный змейки, чтобы влагозащищенная змейка. Я не буду утруждать вас названиями всех материалов, которые там влага потоотводящие, влага непроницаемые материалы. Все это можно прочитать на сайтах, которые, где куртки продаются. Просто расскажу в этом видео про куртку. Вот такой карман неглубокий. Здесь защищенная от воды змейкой. Низ куртки утягивается резиночками. По бокам две утяжки со стопором, для того чтобы утянуть куртку. Клапан куртки закрывается на липучку, имеет несколько точечек липучек, змейка, трактор, вид. И здесь вверх, на горле, сделан так клапан, чтобы змейка не раздражала, не царапала горло, защищен. И низ этого клапана застегивается на кнопочку. Два бегунка на этой змейке, змейка компании UKK. Внутри вот такая куртка, вот, но это уже она с подстежкой. Под рукавами имеется вентиляционное отверстие, вот полностью, можно, чтобы при ходьбе не было жарко. Подстежка у этой куртки, ее можно отдельно носить, она довольно-таки так красиво, красочно выглядит. Отстегивается она двумя змейками, вот раз один бегунок и второй бегунок. Также на рукавах вот имеются вот такие застежечки с кнопочками. Отстегивается, то есть внутренняя подкладка отстегивается вот. И мы расстегнули. И можно теперь верх снимать. Об этом водонепроницаемом верхе чуть попозже. Сейчас о подстежке. Подстежка имеет один бегунок. Также змейка UKK. Вот имеет вот такой вид. Слева, со спины, с правой стороны и опять спереди. Очень-очень легкая. По-моему, общий вес куртки 1400 грамм. Вот. Внутри у этой материал, он там внутри утеплитель. И она очень легкая, воздушная такая, и в то же время очень теплая куртка. Имеется два кармана на змеечках. И внизу утяжечки на резинках со стопорами. Причем в карманах есть концы этой резинки, и можно потянуть, не вытаскивая руки из карманов, и утянуть низ куртки. Все карманы, что на той части куртки, что на этой куртке, имеется очень такой на тактильном ощущении, по тактильным ощущениям очень приятный материал. Рукава здесь на резиночке у этой куртки. Внутри эта куртка имеет вот такой карман для документов или для какой-то либо мелочевки. Вот куртка выглядит изнутри, имеет флисовый воротничок, петельку, и также на рукавах вентиляционное отверстие, которое застегивается на змейку. Штормовая часть, ветровка. Она же ветровка этой куртки. Также вот изнутри она выглядит. Есть под левую руку карман с той же стороны для мелочевки. И в принципе все, больше ничего, так сказать,
внутри нельзя. То, что закрывает, тот утеплитель. Вот такая куртка была сегодня в обзоре. Большое спасибо за внимание. Всем пока.